Так, сегодня 22 сентября 2023 год. Вот у нас какая луна. Так, ну в общем, пытался я сейчас снять МКС. Но солнце еще не зашло. Не видно МКС, ну, но вот видно. Хорошо. Сняла с автофокуса. Через часик-полтора будет МКС снова пролетать. Уже будет небо темное. Поснимаю на автофокусе. Очень мне понравилось, как автофокус снимает. Половинка луни. Как говорила моя подписчица, да, из Днепра.